зачем Азов бомбил Донбасс. Сказала бы я, если бы я не была с Донбасса, или если бы я была тупым орко-рашистом из какого-нибудь засранска. Когда в 14 и 15 году я заехала в достаточно любимый мной Донецк и Горловку, и на въезде в Горловку стояла вывеска такая, знаете, «Добро пожаловать в ад». Я вам могу сказать, что они превратили это место в ад. Надо быть просто малохольным, чтобы верить в то, что группка каких-то недоразвитых мужланов способна противостоять армии целого государства. Причем вот эти мрази стреляли в сторону ВСУ, потом разворачивали свои пушки и стреляли уже по оккупированным частям, имитируя, что это делала Украина. У нас у Эдика возле двора стояли такие же недолюди, которые это все делали, а потом не очень образованные кричали «ВСУ, ВСУ!». Так эти же мрази в 2015 году обстреляли рынок Восточный. Чтобы вы понимали, что такое рынок в выходной день. И вообще масштаб трагедии. И это неудивительно, сейчас они тоже бьют по гражданским, по инфраструктуре. И тогда, после того, как они убили огромное количество людей, они тоже кричали, что это ВСУ. Кстати, вот этот вот мурал, который вы сейчас увидите, это память девочки, которая потеряла мать и потеряла стопу. Освободили ребенка, ничего не скажешь. Аллея ангелов, говорите? Вся Украина усеяна аллеей ангелов. Вот только настоящих, не пропагандистских. А вот эта картинка, то, что эти мрази делают сейчас в оккупированном Мариуполе, пытаясь скрыть следы своих преступлений. Они просто пытаются заложить этот мурал, чтобы люди забыли. Вот только сейчас мне 33-й год. Не получится. Нет никакого братского народа. Нет никаких переговоров. Есть оккупанты, есть нелюди. И не тешьте себе иллюзиями, как будто это все Путин. Это все весь народ. Люди верят в то, что им верить удобно. Им удобно верить, что здесь бандеровцы, которые едят младенцев. Им удобно считать себя спасателями. Им удобно прикрывать свое ничтожество завоеваниями, в которые они никогда не попадут из-за своей нищеты. Удобные нелюди. Интересно, правда?